Ребят, приветствую вас всех. Сегодня у нас на самом деле пилотный выпуск. Я думаю, что проект этот будет успешным, удачным, потому что все-таки он несет довольно важную смысловую нагрузку. Во-первых, это выбор какой-то крайне интересной темы, темы, которая резонансная, востребованная. Я вот, опять же, когда мы готовились к этому пилотному выпуску, смотрел, что происходило на рынках, и вот золото нам так подсобило с темы, как оно активно ходит, и, в принципе, что с ним было. Тот рост, который мы наблюдали потом, вот это дикое падение, сейчас вот вроде бы как опять откупаем в моменте $1950, мы видим. Думаю, ребят, вам тоже в силу специфики вашей деятельности неоднократно задавали вопрос. Глеб, Дима, пришло ли время покупать золото? Или, например, когда золото было 2,50, стоит ли его еще купить? Не опоздали ли мы? Вопросов 100% было таких много. И сейчас, наверное, когда золото откатило, вот буквально позавчера, когда мы улетели ниже 2000, локальный минимум даже в моменте был 1862, тоже были вопросы относительно того, не подарок ли это судьбы тем, кто не воспользовался тем ралли, который раньше был. Может быть, сейчас, не упуская, опять же, шансы, стоит приобщиться к этим покупателям драгметаллов и, соответственно, войти в длинные позиции. Ребят, сегодня хотелось бы как раз поговорить о том, что золотом было раньше, почему оно активно росло, как вы думаете, почему мы, в принципе, столкнулись с такой коррекцией. Опять же, я, честно говоря, вот забегая немножко вперед, думаю, что это только лишь коррекция, это не разворот трендовой динамики. Я не знаю, ребят, вашу позицию, мы сейчас попробуем чуть разобраться, но допускаю, что, может быть, вы тоже разделяете такую же точку зрения. И, возможно, видите золото, в принципе, как и я, в горизонте там остатка 2020 года гораздо дороже и выше текущих значений. Попробуем ответить вот на вопрос о том, стоит ли сейчас связываться с этим металлом, может быть, есть альтернатива. То же самое серебро. Часто вот проводят параллель, потому что оно вроде бы как отстающим активом идет. Когда по золоту уже были экстремальные максимумы, все смотрели на серебро, считают, что вот там еще можно урвать, опять же, вот этот запас хода и попробовать выйти на какие-то новые экстремумы. Ну, опять же, это если вы не против, можно будет коснуться этой темы. Короче, ребят, хочется вот прям по факту вот этого видео, чтобы у тех, кто будет его смотреть, сложилась четкая картина того, что это за инструмент сейчас, насколько он спекулятивный, насколько он перспективный, есть ли в нем потенциал, чтобы сидеть в длинных позициях или наоборот, сейчас есть потенциал только для того, чтобы его активно продавать. Дим, по-моему, ты технический специалист, да, ты больше акцент делаешь на технический анализ, ну, думаю, что и за новостями тоже следишь, ну как, без этого, точно. Глеб, вот я точно знаю, что ты фундаменталист, хотя и в технике тоже, секешь, как говорится. Поэтому я признаюсь, тоже больше акцент делаю на фундаментальный фон, но это не значит то, что я принижаю значимость технического. Нет, ни в коем случае. Это просто разные подходы к анализу того, что происходит. А если вот нам сегодня удастся все воедино так определить, сформировать и технический взгляд, и фундаментальный, и выложить все это, вот будет круто. Поэтому вопрос первый в студию. Можете, кто хочет, либо Дима, либо Глеб, взять инициативу и попробовать вот прокомментировать именно то, что происходит с золотом в моменте. Ну что, ребят, кому передать слово? Давай ты руководи, говори, кто первый. Ну давай, Глеб, раз мы с тобой прямо сейчас находимся вверху, вот если, опять же, у нас одинаковое расположение окошек, давай тогда я прям вот, получается, в эту сторону тебе слово передаю. Можем с тебя начать. С чего начнем? С того, почему золото выросло так сильно? Да, почему этот год, в принципе, был таким классным для золота? Он, правда, еще не закончился. Может, он будет ужасным для золота, если мы уйдем ниже уровней, с которых стартовали 2020 год. Но сейчас, вот опять же, про текущие значения. Если закрыть глаза на распродажи, которые мы видели пару дней назад, вот этот рост, он, на твой взгляд, был обоснован? Конечно, обоснован. Вообще, говоря об этом годе, я думаю, что многие бы уже хотели, чтобы этот год закончился.
то скорее, потому что принес он нам немало всяких интересностей, таких, в кавычках, не самых позитивных. Вот. Ну, а что касается золота, здесь все достаточно, мне кажется, прозаично. Я, например, ждал падения фондового рынка американского еще в прошлом году, предупреждал о нем. В принципе, как бы там все, в общем-то, как на ладони видно, что американский рынок был очень уязвим. И единственная причина, почему он не продолжил падать, это все мы прекрасно знаем, что ФРС просто заливала рынки неограниченным количеством денег, когда деньги есть в неограниченном практически количестве, да, и когда процентные ставки по привлечению этих денег низкие, продолжает это делать. Начинают выкупать просто-таки все. И просто в первую очередь, конечно, все понеслось в акции, а следом мы увидели рост котировок золота, когда уже акциями все наелись, пошли в золото. Я думаю, что вот на самом деле во многом успехи золота вот самого-самого последнего периода, вот, там, последние несколько недель, они были обусловлены тем, что доллар очень сильно просел. Uh-huh. И если бы не падал так доллар на Форексе, то, может быть, мы бы и застряли где-нибудь в районе 2000, выше бы не пошли. Потому что, ну, фактически, как бы там, если оценить стоимость золота там в каких-то других валютах, которые сейчас являются более стабильными, там, швейцарский франк, там, евро, да, или в чем-то еще, то мы не увидим такой же динамики, конечно, золота. Так как золото, как правило, да, мы говорим, что там котируется оно в долларах, ну, соответственно, и сильно падает доллар, сильно растет золото. В общем-то, здесь все достаточно просто. Я думаю, что потенциал, конечно, есть еще. Безусловно, там, но говорить о каких-то конкретных цифрах, мы сейчас уже говорим там больше, наверное, о теханализе, потому что когда говоришь про цифры, да, нужно понимать какие-то уровни, а уровней выше у золота просто нет. Сейчас все будут мерить просто круглыми значениями. С 2000 мы прошли, следующая более-менее такая крепкая цифра какая? Ну, 2,5. Дальше куда? 3. Можем ли мы увидеть эти цифры? Вполне реально. В этом ли году? Ну, такой вопрос, конечно, открытый. Я бы не стал сейчас догадывать. Слушай, Глеб, ну вот в принципе я согласен относительно того, что доллар — это один из факторов, одна из движущих сил того, что происходило вот с золотом в последнее время. Но ведь были времена, если говорить про доллар, я думаю, что нужно делать акцент на индекс американской валюты, как объективный показатель всего, что происходит вдоль всего широкого рынка с баксом. Ведь был 2018 год, мы помним, тогда индекс доллара был гораздо ниже текущих значений. Но золота ведь не было на тех уровнях, на которых оно сейчас. Опять же, если мне не изменяет память, вот секундочку, ребят, прям попробую сейчас индекс доллара построить, посмотреть. Ну вот да, сейчас у нас 93 пункта с небольшим. А в 2018 году ситуация была похуже. Лоу 88 пунктов. То есть тогда был исторический максимум. Может быть, все-таки доллар — это не единственная причина, по которой... Нет, конечно, не единственная, безусловно. Я же и говорю, что именно в последние вот несколько недель такая бурная динамика была во многом обусловлена падением курса американской валюты. Uh-huh. Но в целом и без динамики доллара на Форексе у золота есть немало причин для роста. И, допустим, я вот смотрел сегодня на индекс S&P, и там такая очень угрожающая, на мой взгляд, картинка с технической точки зрения. Мы на этой неделе пытались подобраться к февральскому максимуму по S&P и не смогли до него даже дотянуться. И, в общем-то, сейчас индекс S&P снижается, и это говорит о том, что покупатели, они не очень-то верят в там, дальнейший рост фондового рынка. И, соответственно, окей, не растет фондовый рынок, падает доллар, куда мы идем? Ну, золото, ну, в общем-то, понятно, сразу. Понятно, да, да. Ну, а сам ты веришь в фондовый рынок? Я оцениваю рынки сейчас, вот, ну, смотрю я в первую очередь все-таки больше на технику, да, я, конечно, ты меня обозначил как человека, который занимается фундаментальным анализом, я все-таки больше смотрю на технические какие-то картинки, да, нежели на фундаментальные факторы. Просто фундаментальные факторы зачастую помогают там, ну, объяснить те или иные движения. Но если смотреть по технике, вот то, что я вижу сейчас, опять же, по S&P, и то, что мы не проходим выше отметки 3400, это очень показывает нам так наглядно слабость покупателей. Если покупатели не уверены в дальнейшем росте индекса S&P, значит, нас ждет снижение. Я думаю, что в следующую неделю мы
с очень высокой вероятностью по S&P закончим снижением. А и тому же самому ФРСу даже, да, если смотреть на фундаментальные какие-то истории, Федрезерв залил кучу денег. Он явно ставил перед собой задачу там, поддержать экономику, поддержать фондовый рынок, удержать фондовые рынки от какого-то катастрофического падения. ФРСу это удалось. Я не думаю, что у ФРС есть задача там гнать индекс S&P на какие-то новые исторические максимумы, там, на 3,5-4 тысячи пунктов. То есть такой задачи, мне кажется, у ФРС явно нет. Они прекрасно понимают, что фондовый рынок сейчас довольно сильно перегрет, и, в общем-то, цели, которые они перед собой ставили, они явно достигнуты. Поэтому мы вполне вероятно там, скоро услышим, что ФРС начинает потихонечку баланс свой уменьшать, и это будет очень таким негативным фактором для S&P. Я буду смотреть очень внимательно закрытие этой недели. Если не произойдет какого-то чуда, и индекс S&P все-таки там не пойдет штурмовать снова отметку в 3400, то следующая неделя будет плохая для фондового рынка. Слушай, ты на самом деле сделал очень такой правильный комментарий относительно того, что американский регулятор, у него была задача, когда начались распродажи, действительно остановить падение, которое мы видели. И он остановил, он действительно справился с этой задачей. Вот последующий выкуп – это такой труднопрогнозируемый сверхбонус, экстра выгода, который получили. Ну, сначала картинка была очень красивая, когда рынок отыграл 50% потерь. Но сейчас, когда мы уже переписали по NASDAQ, по-моему, ушли на исторические максимумы. Ну, там давно уже. Dow Jones, да, NASDAQ уже давно в космосе. Dow Jones и S&P, они пока догоняющие. Ну, вот им совсем чуть-чуть осталось, чтобы сделать этот максимум. Ты знаешь, вот я тоже задумывался насчет этой темы, и получается, что ФРС своими действиями, скажем так, регулятор и власти США через бюджетно-налоговое стимулирование, они обеспечили вот своими мерами поддержку для фондового рынка. Но причем доллар оказался проигравшим. То есть спустя какое-то время им придется сделать окончательно вот выбор. Ну, либо они уже продолжают неограниченно, не останавливая печатный станок, убухивать дополнительные триллионы в экономику для того, чтобы фондовый рынок удержать от падения. Либо они все-таки плюнут на фондовый рынок и будут начать, ну, и станут спасать доллар. Потому что все вы видите, что происходит с европейской валютой. И когда евро оказался там выше 1.15, сейчас уже в одном шаге, против доллара я имею в виду, в одном шаге от значения 1.20, все стали говорить о том, что евро – это новый доллар якобы. Это следующая мегарезервная валюта, потому что из-за того, что происходит сейчас, будет логичным, что центральные банки будут отказываться от какой-то значимой доли в своих резервах именно в баксах. Потом, как вы помните, еще и в формате вот прошедшей встречи в рамках Европейского Союза, когда Еврогруппа в целом выпустила еврооблигации. Это прецедент, который якобы был направлен на то, чтобы создать альтернативу американским трежерис. Я не уверен, что они справятся с этой задачей, но все-таки доверие какое-то есть к этим бумагам. Поэтому как вот ты думаешь в целом, спустя, например, полгода следующие, мы с большей долей вероятности что сможем увидеть все-таки? Обвал фондового рынка, либо рост доллара США? То есть вместе они в одном направлении двигаться точно не смогут. Ну, одно из двух, условно говоря, мы увидим гораздо, мне кажется, раньше, потому что переломная точка – это 3 ноября, которые все ждут. И даже если там не будет каких-то мега-сюрпризов, то все равно это такая дата отсечения, после которой, в общем-то, спусковой крючок будет нажат, и куда-то что-то должно полететь. Поэтому тут не надо загадывать на полгода, мне кажется. Вот надо посмотреть, какая реакция будет на 3 ноября, а там уже дальше загадывать там на последующие какие-то периоды. Ты хорошую, кстати, тоже тему затронул. Вот у меня на самом деле нет ответа на вопросы, нет понимания, что дальше будут делать крупнейшие центробанки мира, потому что это же очень порочная история, да, нулевые ставки и так уже везде, выкуп активов там на каких-то просто космических, с какими-то космическими цифрами, эти деньги все равно будут потом из экономики, каким образом это делать, кто это начнет делать первым и так далее. Нет, вот это очень-очень большой вопрос, к чему это приведет. А изымать деньги в любом случае рано или поздно придет. Вот я думаю, что вот все-таки возвращаясь к вопросу, вот 3 ноября, давайте посмотрим, что будет 3 ноября, давайте посмотрим, кто придет к власти в Штатах, все-таки будет это Трамп, который топит за американский фондовый рынок и рост американской экономики,
или это будет там Байден, который сейчас вроде как побеждает, да, предварительно Трампа, и, в общем-то, скорее всего, если придет Байден, соответственно, мы увидим падение фондового рынка. Если сохранится Трамп, мне кажется, все равно тоже мы увидим падение фондового рынка. Uh-huh. Но если опять там не напечатают какие-нибудь очередные 7 триллионов, не зальют их в систему. Ребят, вопрос. Ну вот хорошо, вернемся тогда к тому ралли по золоту, который мы видели. Вы сами заработали на нем? Или нет? Наоборот. Смотря когда. Тут вопрос хороший такой. Ну ладно, если возьмем там планку 2000 и последующий рост до 2,75, вы как, его предвидели, то, что на двушке мы не остановимся? Или, знаете, вот сейчас часто уже задним числом говорят, ну 2000 для золота, это было как для биткоина, когда 20 тысяч, то есть было очевидно, что вот на этой планке все в него поверят, все начнут про него говорить, и вот, как правило, в такие моменты происходит этот разворот и сброс всех. То есть, ну, нормальная позиция, она мне, в принципе, нравится, действительно круглая цифра. Я знаю, кто-то ориентировался, например, на уровень 2020, как 2020 год, но это же 100% надо сделать этот уровень. И уже, ну, как бы, это дело принципа для золота, а потом уже можно вниз. Ну, в целом, ребят, на этом ралли. Вот ну, я там... после уровня 1950 уже перестал гадать. И просто начал пользоваться сетками ордеров, то есть, потому что она и там могла, да, то есть взять, развернуться, поехать вниз прекрасно, и наверх неизвестно куда мы тоже могли сходить там и так далее, то есть выше 1950 я просто расставлял уже сетки ордеров и перестал умничать, да, то есть и как бы каждое вот это вот импульсное движение, конечно, оно было мое. Вот. Но вообще касательно золота, блин, ну страшная история такая, потому что я считаю, что все это развод и провокация, прям безумная. Рост или падение? Рост, в том-то и дело, да, то есть потому что я в 2011 году начинал торговать, учиться даже, да, то есть и вот меня когда учили, мне говорили, золото это, ребята, там актив, убежище, покупайте золото. Вот эти менеджеры, которым по 20 лет, которые купили себе там Kia Rio, такие вот в 20 лет на том, что они покупали золото несколько лет, это прекрасно все было. Но в 2011 году цены подбирались как раз-таки к уровню там 1800, 900, да, то есть вот эти максимумы, которые вот были. И вот они мне все, каждый говорили, купи золото, купи золото, купи серебро еще там, и вилки там серебряные купи, там вот все что угодно, вкидывайся на все, да, то есть, и вот мы уже обсуждали, вот вы как раз говорили, что вот все говорят там что-то, что-то, вот сейчас все говорят, что золото будет расти, сейчас все говорят, что серебро будет расти там и так далее, то есть, и вот считаю, что вот этот многолетний тренд, он не обязательно должен с какими-то признаками меняться. Вот эта вот история, потому что сейчас мы находимся на абсолютно новых ценах. Мы никогда таких цен не видели. Ориентироваться действительно некуда, да, то есть еще раз повторить 2000, окей, да, то есть там недолго осталось там и так далее. Тем не менее, посмотрите вот на ту историю, которая была дальше после 2011 года, да, то есть золото упало там до 1200, что-то такое, то есть в районе даже 1000 там оно где-то целилось там и так далее. И то есть и еще раз вспомним, допустим, ту же самую историю с евро-доллар и его паритетом. 2015 год, евро находится на 1.05, все кричат из каждого утюга: «Евро на паритет!» А да, доллар будет расти, да, то есть, ну и что? Я в 2015 году повелся на эту историю, продал на все деньги, ну, не на все, конечно, но достаточно так мощно. И вроде бы и по технике-то надо было вниз сходить, да, то есть и фундамент говорил о том, что надо вниз сходить. Но где наш паритет, да, то есть нету этого паритета. Сейчас на золото смотрим, техника говорит покупать, да, фундамент говорит покупать. А зачем? Вот такой вопрос. Вот на самом деле ты... Вот мне понравился, именно понравилась аналогия касательно того, что если какой-то актив находится на исторических максимумах, на прецедентах, то есть с точки зрения техники трудно ее накладывать на происходящее, потому что техника, она ведь прежде всего как бы должна дать установку, перекуплен там, перепродан инструмент, либо опять же цепляться за какие-то следующее сопротивление, либо поддержки.
То есть в данном случае нет ведь сопротивления, если мы сейчас уйдем, опять же, к новым максимумам, и получается техника, она не такая уж и опора сейчас. Ну, если нет, тут поспорю. Тут поспорю. По технике все прекрасно сложилось, все очень правильно. То есть вот у меня есть одна вот простецкая вообще в принципе абсолютно система, которую я там самую первую понял, как работает. И очень смешно, вот она реально, она простая, как топор, я не знаю, да, то есть там в принципе думать не надо. Падение вот этого золота, да, которое было во вторник, единственный день за это лето, когда я не был возле компьютера и интернета, я находился на трассе возле дороги, на дороге между Екатеринбургом и Челябинском, оно произошло ровно до волшебной 39-й скользящей средней. Мой ученик-индивидуальщик мне с утра там написал, говорит, вот золото сейчас на 39-й, может, стоит купить? Да, то есть, и вот ровно там это был самый выгодный заход вообще, в принципе, на эту покупку. То есть, и за день можно было вот те же самые 10 тысяч фунтов взять и собрать. Дальше, чтобы рост прогнозировать, берем мой любимый расширение Фибоначчи, кидаем, уже есть куда, да, то есть, и если мы перехаем вот этот уровень, там, 2000, с чем там было максимально, да, то есть, то будут цели и 2500, и 3000, и все это можно очень легко по технике найти, вот. Но еще раз, вот я говорю, меня от вот таких вот прям покупок на всю котлету останавливает только то, что мы находимся вообще непонятно где и зачем. Вот и все. Слушай, ну тоже я могу поспорить в плане того, что не все так очевидно по технике. Ну да, где-то там у тебя совпало показателям индикаторов там каких-то, где-то действительно коснулось каких-то скользящих пересечений. Но мне кажется, это совпадение. Не более все того. Полгода, вот все это лето, весь этот восходящий тренд можно было по технике покупать. Хорошо. Могу нарисовать. А что ж тогда сейчас технический анализ говорит? Что делать в данный момент? А, я не знаю, я не смотрел. Сейчас посмотрю. Я скажу, покупать. Ну, вообще, по-хорошему, сейчас покупать. То есть коррекция, на самом деле, может быть еще несколько более глубокой. То есть тут все кричат о том, что ой, золото там сильно так упало, там, да, какое-то катастрофическое падение просто было за несколько дней. А на самом деле, если посмотреть, насколько золото упало относительно... там, если взять там, ну, ту же самую Фибу и растянуть ее от минимума текущего года до максимума, вот, который мы видели последний, то мы там даже до 38-й Фибы-то не дотянулись. То есть я бы понял, там, называли бы мы это падение действительно каким-то страшным, если бы мы упали куда-нибудь там на полтинник по Фибо, да, а полтинник по Фибо это, сейчас опять же тоже картинку, если посмотреть, это примерно будет у нас уровень, секундочку, это будет у нас уровень 1830. И даже это, на мой взгляд, не будет катастрофой для золота. Вот где действительно прям нужно покупать, вот я бы взял уровень 1760-1750. Это было на протяжении достаточно длительного времени очень мощное сопротивление у нас. И сейчас вот именно этот уровень может выступить очень хорошей поддержкой. Вопрос вот заключается только в одном. То есть то, что нужно покупать золото, это, ну, на мой взгляд... текущей ситуации, безусловный факт, да, там, ждать разворота можно очень долго, это точно так же, как, я не знаю, там, мы ждем разворота по множеству инструментов, да, пока мы не увидим факта, например. Да, пока мы не увидим факта нового нисходящего тренда, никаких разворотов здесь нету. Все, что мы видели, там, вот, буквально последние несколько дней, это всего лишь навсего коррекция, причем это та коррекция, которая еще вполне себе может продолжиться и дальше. Поэтому тут вопрос исключительно в том, что где конкретно покупать. То есть можно купить хоть по текущим ценам, потенциал там обновления максимумов вполне себе есть. То есть там 2000 мы увидим легко, 2050 долларов мы увидим легко. Да? И это с точки зрения сделки по тренду может получиться позиция очень неплохая. То есть она по тренду, она с неплохим, может быть, соотношением риска к прибыли. Тут есть понимание, там, куда ставить стопы, куда ставить тейки и так далее. Но если там, инвестор не готов покупать прям, там, условно говоря, по текущим, ну, пусть ждет дальнейшего снижения. Дальнейшее снижение там, оно вполне себе может быть. То есть покупать по-любому, вопрос только в уровне, где заходить, от какого конкретного значения. Дима, а ты что думаешь? Ну, я сейчас не буду уже покупать. Я пропустил точку входа, вот, которую мне предлагал мой ученик же, да. Это вход был там по 1875.
То есть с тех пор я бы вот уже сидел бы, например, в безубытке, если, то я бы спокойно мог вам сказать, о, классно, я в позиции в покупке, я сижу там и так далее. Сейчас я уже покупать не хочу, потому что все-таки во вторник коррекция, она была, это не несколько дней падения, это было одно появление какого-то продавца, да, то есть там какой-то большой кучи продавцов там и так далее. Вот, и пока мы не выйдем выше, чем 2035, вот откуда началось падение, то я не пойду в покупки. Вот, я уже посмотрел, тут раскинул как раз-таки и расширение Fibonacci, то есть у нас цели, получается, при пробое вот этих вот хаев, которые у нас есть, они совсем небольшие-то уже остаются, то есть 200, и вот если 200 пробиваем, тогда едем дальше на 2270. Ну, то есть вот, и опять же, кстати, 2,5, но отсюда далековато. То слушай, есть... а 2,270 у тебя этот уровень как получился? Сотка по расширению Fibonacci. Понятно. А горизонт в связи с этим ты не сможешь дать для покупок и роста? По времени вы имеете в виду или что? Да, или по ценам? Да, да, да. По времени это может произойти, хоть вот даже пока мы сейчас с вами разговариваем, посмотрите просто на то, что происходило во вторник, да, то есть а пятница на закрытии недели, она редко, но иногда чудеса такие вытворяет, да, то есть вот и... как сказать, то есть это может произойти через час, это может произойти на следующей неделе. Да, то есть, потому что вот во вторник-то не было же никаких событий, ничего, вот спокойный себе день. Дмитрий Андреевич решил съездить в соседний город отдохнуть, да, то есть вот, и не ждали, и вот она пошла, вот эта коррекция, да. Подожди, ну новость-то была. Но, опять же, коррекция слишком мощная, слишком быстрая для того, чтобы считать ее коррекцией. Ты знаешь, что считают сейчас основным триггером для распродаж рынка золота, которое случилось во вторник? Это новость о том, что вакцина. Россия первой страной в мире сертифицировала вакцину от коронавируса. Ты знаешь, ну, это шутка, наверное, какая-то. Да, то есть... мне показалось это тоже шуткой, но вот у меня постоянно включен Bloomberg. Эту новость тиражировали как, ну, я даже не знаю, с чем можно провести, какую параллель, аналогию. Короче, эта новость не сходила с их breaking news, вот этот заголовок, постоянно. Mm-hmm. То есть Россия совершила какой-то прорыв, вот в космос как-то улетела в данном случае. Uh-huh. И именно тот резонанс, акцент, который был сделан Блумбергом, а потом уже подхватили по принципу цепной реакции другие агентства, СМИ, источники ведомства, они как раз эту новость и разнесли. Ну, поэтому... тут есть спорный момент в том, что золото начало падать прям ночью же, то есть еще до того, как это все озвучили и оформили там и так далее. Ну, то есть с позиции фундамента, знаешь, как преподнесли то, что наконец-таки человечество победило пандемию. То есть если вы золото покупали, потому что это защита, проверенная и так далее, то нет уж смысла защищаться ни в чем, потому что пандемия с лекарством от короны, от России отступит уже в самый короткий промежуток времени. Я, ребята, честно говоря, ну, разумеется, так же, как и вы, с очень большим скепсисом отнесся к этому. Считаю, что, скорее всего, это еще одна попытка фундаменталистов задним числом объяснить то, что произошло и так далее. Мне просто показалось, что именно интенсивность распродаж, активность и последующего выкупа еще раз нам доказалось, что золото сейчас это... актив, в котором очень много спекулятивного капитала, то есть самого пугливого, самого нервозного, самого дерганного, то есть достаточно дать небольшую коррекцию для такого актива, как деньги начинают самопроизвольно выходить из него, в принципе, поддерживая вот этот механизм распродаж. И вот последующий выкуп, который, опять же, последовал, стоило только этому нисходящему тренду развернуться, как все снова поперли в него. Ну, по-моему, это недостаточно. То есть вот мы даже, вот, если посмотреть, опять же, со стороны техники, мы все еще не пробили даже там 38 фибы по предыдущему вот этому падению, которое произошло. И если так вот рассуждать, можно еще глянуть на индекс VIX. Что сегодня ночью произошло такого, что вдруг участники рынка начали закупаться этими опционами, да, то есть что-то сегодня страшненькое произошло, да, получается, видели, как он гэпнул? Да. Обратите внимание, если не смотрели, то есть он гэпнул, а обычно при росте индекса VIX у нас американские индексы, например, падают, да, и
Падают себе и падают сколько угодно. Да, сегодня нет реакции на американский индекс. Ну, действительно, да, было такое. Слушайте, ну, в отношении все-таки вот золота тоже важная тема была поднята относительно настроений глобальных, там, общего позиционирования. Все говорили о золоте, то, что оно будет расти. Я вот параллельно слежу за индикаторами рыночных настроений. Их очень много разных. Не буду сейчас уходить в рекламу и так далее, но, скажем, медианную оценку могу дать. То, что золото при всех вот этих разговорах, которые были, оно было интересно для разговоров о том, что его можно покупать. Но все рыночные настроения указывали на то, что, ну, скажем, 60-70% трейдеров были абсолютно уверены, что оно уже, когда было в районе 2000, находится на исторических максимумах, и выше оно точно никак не пройдет. То есть начали заведомо, заранее продавать. То есть здесь мы видели, ну, классическую игру, когда золото идет в том направлении, где сосредоточено меньшинство трейдеров, то есть по пути наименьшего сопротивления. То есть в отношении евро-доллара, я с тобой соглашусь, да, были когда-то разговоры о паритете. Я понимаю, что только потому, что тогда действительно все говорили о том, что он неизбежен, но тогда львиная часть трейдеров сидела как раз в продажах. И проводя аналогию с тем, что я сейчас сказал, было логично, что европейская валюта до туда не добралась. Но даже сейчас, когда мы видели там 2075, все равно слома вот этого позиционирования не произошло. Все по-прежнему верят в то, что золото будет снижаться. Я только по этой причине делаю вывод о том, что золото будет расти. И хорошо то, что вот есть какой-то технический взгляд. Опять же, вы, ребят, со своей стороны, со своей колокольни сейчас донесли позицию, что вот, Дима, ты даже сделал акцент на отдельные индикаторы. Действительно круто, что есть даже какие-то потолочные уровни, которые ты можешь обозначить. Я, кстати, удивлен то, что... Напомни, какой максимум ты поставил? 2175, да, ты сказал? Повыше? Так, ну, то есть получается, что мы при перехае уровня 2075 едем сначала на 2110, и там, возможно, формируем новый максимум, да? И при пробое 2110 уже можно будет тогда рассматривать рост до уровня 2260. Слушайте, а как вам цели? Вот я выписал JP Morgan 2300 до конца года, Citi 2800, дальше всех пошел Bank of America 3000. Давайте мы дальше пойдем. 3300. Я тоже хотел предложить вот это, да, будет интересно, конечно. 3500 или повыше, или 5 давайте. 5 мне нравится вообще. Круто. А как вам цель? Биткоин 100 тысяч, ну, допустим. Ну, то есть это вот я, если честно, вот эти вот истории, ну, не ориентируюсь на них вообще никаким образом. Потому что, во-первых, ну, банки могут написать, да, то есть, а зачем они это пишут? Вот так вот, да? То есть, а зачем они это пишут? Зачем такую информацию выкладывать интересно на общий доступ? То есть, я с очень большим недоверием отношусь к таким сообщениям. Ну, то есть, в такой безумный рост ты не веришь? Хорошо, ладно. Позиция по поводу того, где ждать золото от тебя, Дим, понятно. Глеб, ну, свой прогноз дашь? Где мы его можем ожидать в перспективе оставшейся части 2020 года, скажем так, уже переварив выборы, уже прям конец декабря? Вот за выборами не скажу, серьезно, потому что очень, тут вилка может быть такая, очень. И тем более, ну, этот год он очень любит нам подкидывать всякие разные сюрпризы. То есть, ну, давайте так, если бы, условно говоря, мы бы с вами общались там где-нибудь в феврале, и пытались бы оценить, как будут вести себя фондовые рынки, рынок золота или еще какие-то рынки, скажем, к лету, то любые практически наши прогнозы, они бы посыпались, потому что никто из нас не знал, что будет там по всему миру введен карантин, что будет вот этот вот коронавирусный коллапс там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Да, какие-то там новости из Китая приходили, но никто всерьез об этом и не думал. Рынки были на максимумах, все ждали там, все понимали, да, что мы должны рухнуть, все ждали падения где-то ближе к ноябрю там и прочее, прочее, прочее. Я сейчас вот до выборов ровно так же не хочу загадывать, потому что мы совершенно не знаем целой массы факторов, которые еще в этом году могут состояться. То есть сейчас у нас там будет вторая волна коронавируса какая-нибудь, да? Третья уже.
Вторая вполне вероятно. Идет вовсю. Ну, вопрос сейчас, я не думаю, что это, я, например, не оцениваю как вторую. По-моему, сейчас то, что мы видим, это продолжение первой волны, просто сейчас докатилось там, да, докатилось до Индии с ее огромным населением, докатилось там до Бразилии там, с ее немалым населением и там плохой медициной там, да, и прочее. В США там толком они не могут никак там, да, в общем-то, наладить вопрос с этой историей коронавирусной. А ведь осенью многие предупреждают о том, что в Европу может вернуться коронавирус, в Россию может вернуться коронавирус. И как это отразится на рынках? Что будет? Какая будет реакция правительств? И так далее. Вот кто бы мог сказать там еще пару месяцев назад, что в Белоруссии будут такие протесты? Никто, да? Да, там народ негодовал, что там закрывают каких-то оппозиционных кандидатов, но это было все в порядке вещей, и до этого у них такие же истории были. Кто мог сказать, что вся Белоруссия выйдет на улицу? Никто. То же самое сейчас никто не скажет, что победит в американских выборах. Никто не скажет, будет ли вторая волна коронавируса и так далее. Поэтому до выборов, я думаю, что золото есть потенциал к росту. И при условии, опять же, прохождения вот этих вот максимумов, ну, в каком-то обозримом будущем, там, ближайший там месяц, максимум полтора, я думаю, мы можем смело нацелиться на 2,5. Вот такое может быть. Ну, 2,300 точно, 2,5 это будет такая цель, которая прям будет прям целью, да, если мы до нее не дотянемся, ничего страшного, целью она останется. Типа 2,703, в такие истории я не верю в этом году. Ну вот, кстати говоря, если вспомнить 16-й год, когда Трамп обскакал Клинтон, тогда золото выросло буквально в течение месяца, по-моему, процентов на 10. То есть, если как бы история повторяется, если мы увидим интерес к нему как активу, который должен расти в условиях политической неопределенности, да, хорошая тема для того, чтобы как бы сделать ее еще одним фактором роста. Ребят, Дим, Глеб, слушайте, ну, мы с вами едины во мнении о том, что золото сохраняет интерес к себе как к кандидату на то, чтобы его купить. Разошлись мы, правда, в оценке относительно того... Но я не совсем за покупки все-таки золота. Я все-таки вот основная моя мысль, я тут вот останусь немного против вот этих покупок, потому что нельзя так делать, да? То есть, да, есть теория, например, правильная теория. В год выборов мы продаем валюту национальную, да, то есть, потому что там непонятно, кто победит, да? То есть доллар, исходя из этого, в этом году должен падать, правильно? И вот если по теории. Доллар падает, куда идем? В золото. Окей, но это было-то 15 лет назад, например, до того, как появился биткоин. То есть сейчас у нас вообще-то есть еще альтернативы золоту, да, то есть, например, тот же самый биткоин, он, если вы не заметили, но этим летом уже начал тоже подавать признаки жизни, да, то есть, и вот у него, по крайней мере, есть куда расти, то есть к двадцатке можно сходить, то есть но... есть знакомые цены, да, то есть, а у золота-то знакомых цен нету. То есть вот и все равно, я считаю, что вот эту вот коррекцию надо неделю закрыть, посмотреть, и если мы лоу перелоем, да, то есть и все-таки у меня есть цены для продаж, то есть в любом случае они тоже имеются, и да, по текущим это совсем будет как-то неправильно продавать, да, то есть, но если мы окажемся вдруг неожиданно на $100 дешевле, то есть вот там ниже, чем 1850, то мы в ближайший там месяц увидим 1600. Ну, это прям как контр, конечно же, прогноз. Наверное, тоже хорошо, когда... Ну, я бы просто вот преследовал такую мысль. Сейчас ничего не делать, посидеть, подождать какой-то точки входа уже конкретно. То есть, потому что, ну, мы зависли вот здесь вот посерединке, да, то есть вот уже сформировали и локальный минимум, и максимум, да, то есть волатилит внутри дня золота очень безумно. То есть вот там бывает такое, что за 5 минут мы 1000 пунктов проходим, да, то есть и затем обратно возвращаемся, ничего не меняется. То есть интрадей можно как-то спекульнуть, но среднесрочно я бы вот дождался выхода либо выше 200, либо ниже, чем 1850, да, то есть и тогда вот уже какие-то сделки открывал. Я здесь хочу поддержать Дмитрия в том вопросе, что мы, ну, вообще аналитики, давайте так скажем, да, эксперты рынка очень любят обмусоливать какие-то истории, когда они уже случились. Конечно. Если бы мы с вами там, условно говоря, про золото говорили пару месяцев назад,
и говорили, что его надо покупать, сейчас бы мы говорили, вот мы там угадали рыночный тренд. На мой взгляд, основное движение все по золоту, оно уже, конечно, закончено. И пытаться сейчас прыгнуть в уходящий или, может быть, даже уже в ушедший поезд, это совершенно неправильная история. Вот действительно правильно, там, я больше сейчас, выбирая, во что сейчас вложить деньги, в золото прям по текущим ценам или там тот же биткоин по текущим ценам, я бы на биткоин тоже посмотрел. Хоть я и не торгую криптовалютой, да, я и золотом-то не активно торгую, но криптовалютой я не торгую, от слова нет, ну, есть у меня сделки по крипте, я сейчас держу эфир сейчас даже в моменте. И у битка реально есть потенциал, ну, то есть сколько он там сейчас, где-то 11, там 10, 11, что-то он такое. Он 11800 стоит. 11800, хорошо. 20 тысяч мы видели, можем мы туда подняться при условии того количества денег, которые сейчас залиты в финансовую систему? Можем. Вообще легко. Потому что уже начали поговаривать о биткоине как о защитном активе. Ну, то есть это какой-то нонсенс, конечно, да, это такое мнение крайне интересное, но в условиях, когда обесценение американского доллара, когда какие-то неадекватные цены на американские акции относительно фундаментальных показателей компаний, когда золото на своих исторических максимумах, во что вкладывать деньги? Ну, а почему бы не биткоин? Ну, согласен. Альтернатива, по крайней мере, достойна того, чтобы ее рассмотреть. Я очень нормально отношусь к рынку криптовалют. Считаю, что на долгосрок действительно биткоин представляет большой интерес. И, Дима, актив, который стоит 11800, в нем очень много жизни. Это точно доказывает его капитализация и стоимость. Ребят, я все-таки, знаете, пойду, наверное, против здесь взгляды и позиции технарей, потому что, опять же, я смотрю прежде всего на рыночное настроение. И как бы сейчас не могло показаться, что золото покупают все, ну, я не могу так сказать. Его не покупают все. И преимущественно даже акцент делается на то, что как раз золото нужно продавать, потому что оно и так стоит очень много. По идее, оно стоит столько, сколько не должно было стоить, вот с учетом того, что происходит. А что касается именно, ну, своего подхода к анализу, это фундаментальный фон. Так, пару слов. Почему я считаю, что он, по крайней мере, тоже годится, чтобы сейчас объяснить и оправдать дальнейшее восстановление. Ну, во-первых, правильно в самом начале Глеб затронул тему относительно безумного стимулирования денежных инъекций, ликвидности, которые вливаются в экономику. Да, это, конечно же, колоссальные риски для роста инфляции. Я не хочу забегать вперед, но ведь есть вероятность и риск того, что мы увидим повторение времен там великой инфляции в Штатах 70-х годов, когда улетела в район 10%. Почему бы нет? Инфляция сейчас растет второй месяц подряд уже в Штатах, и даже с малого, все начинается с малого, в данном случае по индексу потребительских цен, может так и скакнуть впоследствии в 2021 году инфляции до 3-4%. Опять же, какой инструмент будет использоваться на классической такой Уоррен Баффетской школе страховки от инфляционных рисков? Ну, всем во всех институтах и школах вбивает только одно – это золото. Оправдает ли она себя в будущем, как страховка от инфляционных рисков? Я не знаю. Есть вот, опять же, альтернатива, действительно, как биткоин. То есть, учитывая все-таки наличие предпосылок для роста инфляции, сейчас времена такие, которых не было никогда. Настолько балансы не раздувались никогда. То есть мы сейчас не можем провести параллель с тем, что было там в начале 2000-х, в 2008 году и так далее. Сейчас действительно баланс раздувается. Тот же самый ФРС, он сейчас больше 7 триллионов. А есть оценки, что он будет 10 триллионов до конца этого года и 15 в 2021 году. Я не знаю, как они будут работать с таким балансом. Я не знаю, что будет с долларом в связи с таким балансом. Но, опять же, если прибегнуть к классической экономической теории, при таком балансе доллар будет обесценен еще процентов на 30. Вот, пожалуйста, еще одна причина, почему золото будет расти. Помимо этого, ребят, конечно же, как фактор спроса на золото, исходя из его защитных свойств, вот я, честно говоря, слежу за тем, как развиваются отношения США и Китая. Мне кажется, это вообще новый пороховой заряд, который еще проявит себя во всей красе, например, к тем же самым выборам. Потому что Трамп точно будет, во-первых, ставить на то, что фондовый рынок он будет бесконечно расти. Во-вторых, очень нравится его электорату, как он набирает политические очки, отстаивая превосхождение американских домохозяйств над всеми.
То есть он же лоббирует их интересы. И как он давит Китай в этом смысле, американцам нравится, конечно же, это импонирует им. Поэтому антикитайская риторика точно усилится еще ближе к концу этого года. Вот, пожалуйста, еще одна причина, почему золото будет расти. Ну и опять же, общаясь со своими коллегами, мне многие говорят, что если хочешь понять, что будет с золотом дальше, смотри на реальную ставку доходности американских облигаций. Вот не на ту, ну, не на обычные десятилетки, а на те, которые очищены от показателей инфляции, точнее, вот ее включают. И она же сейчас находится на отрицательных значениях. То есть тоже такого никогда не было. Люди сейчас вынуждены платить, люди, я имею в виду крупные инвесторы, серьезные деньги, они вынуждены платить за то, что они находятся в этих бумагах. Ну и будь вы на их месте, вас не напрягало, а то, что вы вынуждены платить за то, что находитесь в каких-то инструментах. Я думаю, что напрягало бы, конечно. Выход какой? Выбраться из этих облигаций, плюнуть на них, если мы все не очень-то верим в хорошее будущее американской экономики, и сделать акцент на альтернативе. Золото, опять же, круче ничего не придумали. Ну, в общем, ребят, причин с точки зрения фундамента для роста этого актива много. Я могу ошибаться, рынок может... Мы, эксперты, аналитики, можем сколько угодно предполагать, располагает рынок. Он покажет, кто прав со временем, кто нет. Покажет, какие уровни являются справедливыми, какие нет. Поэтому, резюмируя, ребят, нашу с вами встречу, хочется сказать спасибо, что поддержали старт начала нового проекта. Я думаю, что если вы согласитесь и дадите добро на следующие эфиры, будем подключаться, обсуждать другие темы, тоже интересные. Я думаю, что хорошо, что у нас по итогам, скажем, немножко разнятся точки зрения. Особенно не понравится тем, кто топит за технический анализ, потому что технический анализ говорит вниз. Я за фундаментальный анализ, который говорит вверх. Друзья, тем, кто будет смотреть уже, соответственно, наш выпуск, вам останется принять решение, взвесить еще за и против, и, безусловно, контролируя риски, потому что волатильность, вы все прекрасно видите, бешеная, она беспощадная. Риски, риск-менеджмент – это прежде всего ваше основное обязательство как трейдеров и инвесторов. Эти риски не нужно игнорировать и не нужно забывать о том, что необходимо соблюдать. Ребят, еще раз вам огромное спасибо. Давайте следить за тем, что происходит уже по факту. Я думаю, что, может быть, по итогам как-нибудь еще через полгодика после выборов соберемся и посмотрим с какими-то вырезками из этого эфира, что мы думали и где золото будет по факту. Спасибо вам, ребята. Это будет интересно. Спасибо. Всем пока. Пока. Пока-пока.